Dzień dobry, cudowna istoto. Ja mam na imię Mija, jestem instruktorem neurografiki i dzisiaj mam największą przyjemność, bo chciałabym Ci przedstawić wyjątkową osobę. Doktora, autora, psychologa, trenera personalnego, biznesowego, mówcę, topozofa i założyciela Instytutu Psychologii i Kreatywności i oczywiście autora neurografiki Pawła Piskarewa. Здравствуйте! Приветствую всех. Здравствуйте! My już перейдем na język rosyjski, ja potem już będę все перекладać. Mój pierwszy вопрос. Скажите мне, пожалуйста, если вы бы могли ответить одним предложением, что такое нейрографика, каким бы был ответ? Это способ нарисовать созидательное мышление. Вау! Wow. Реально волшебство. Окей. Как именно работает нейрографика, если бы я хотела рассказать об этом другим, который ничего не знает об нейрографике? Как именно работает? Как работает нейрографика с помощью руки, пальцев рук? Мы воедино связываем мышление, чувства и тело. И получается интеграция человеческих, ну, интеграция человеческого существа в определенном направлении, в том, которое заложено мыслью. Поэтому самое большое чудо – это качество интеграции человека и момента, и мысли его, намерения. Вот как бы вот так работает. Ну и, конечно, здесь стоит много. Ну, в нейрографику я ввел все, что знаю с психологией. И в этом смысле это интегративная практика. Она объединяет очень много представлений разных психологических школ. Чудесно, просто прекрасно. А подскажите, пожалуйста, всегда ли работает нейрографика даже на неверующих или надо верить? Ну, нейрографика, она как любой инструмент. Вот молоток, вот он работает, если надо, если молотком бьешь, он работает. И не надо в него верить, в молоток, он просто работает. Но точно так же нейрографика, она работает. Вопрос в том, что потому что работают руки, потому что работает мысль, потому что работают глаза, зеркальные нейроны. Вопрос в том, какие превращения мы хотим. Если они очень сложные, надо много работать. Вот, надо много забивать молотком. А если как бы, какие-то легкие вещи, либо если очень много энергии собрано для изменения, то нейрографика работает быстрее. Это просто инструмент, он не может не работать. Это просто инструмент, да. Просто инструмент, правда. Это просто инструмент. Работает человек, вот, а инструмент в руках его. Чудесно, абсолютно чудесно. Скажите, сколько лет потребовалось или месяцев для создания первого алгоритма? Хороший вопрос. Было так. Сначала я 30 лет изучал психологию, экономику, философию, бизнес. Потом я придумал слово, а через 3 месяца уже был первый алгоритм, ну, базовый алгоритм. Вот так это было. Поэтому можно сказать 30 лет и 3 месяца. 30 лет и 3 месяца. Тесла был бы задоволен, я так скажу. Окей, я как инструктор это знаю, но хотелось бы от вас. Рисование нейрографики против депрессии, проклятий и кармы. Что вы об этом думаете? Ну, немножко разные понятия: депрессия, проклятие и карма. Но в принципе все они сводятся на одном, на сознание человека. Потому что карму человек несет в своем сознании. Вот. Проклятие – это просто это реагирование на чужую агрессию, но ты несешь своим реагированием. Депрессия – это вообще эмоциональное состояние, общее состояние организма, включая физиологию, да, включая такой гормональный фон. Вот. Нейрографика помогает из всего этого выбираться. Более того, есть алгоритмы, вы как инструктор знаете, когда вообще нет возможности уже хоть что-то, какие-то силы приложить, важно, чтобы было хотя бы чуть-чуть энергии взять в руки маркер. Ну, алгоритм выявления намерения, да, который мы даем начинающим.
как раз для того, чтобы начать с полного дна. Вот с полного дна и можно начинать потихонечку подниматься, подниматься, подниматься. В любой области, в любом контексте жизни, в любой области жизни можно потихонечку начинать подниматься наверх. Я подаю приклад, як ко мне звертаються з депресією і з вопросом: ты понимаешь, я не могу поменять этой мысли, но у меня очень-очень сложно. Я говорю, слушай, для меня у тебя вопросик. Если тебе не нравится музыка, ты ее слушаешь? Нет, ты переключаешь на классную, хорошую музыку. Давай переключим просто с одним штрихом на малюсенький кадрсе. Да. Понимаете, мысль, вот мышление нельзя поменять силой воли. Потому что мышление является производной от эмоций, а эмоции производные от физиологического состояния. Это общая психология, это знают все образованные психологи. И для того, чтобы мышление поменять, надо сделать работу над телом и над эмоциями, над впечатлениями. Вот когда нам удается изменить бессознательные впечатления, тогда мысль меняется автоматически. Поэтому, когда мы рисуем, мы создаем структуру впечатлений. Мы изменяем основания, на базе которых происходит мышление. А волей мышление поменять нельзя. Вот просто нельзя. Вот. Поняла. Вопрос, который как бумеранг. Мы рисуем, а ситуация ухудшается. Почему? А кто сказал, что она ухудшается? Ну, есть некоторая идея, что все будет так, как мы хотим. Я предупреждаю людей, что так не будет. Будет так, как надо, как гармонично. Гармонично – это не всегда, как мы хотим. Когда я общаюсь со своим ребенком, я как отец хочу что-то, чтобы ребенок там рано вставал, делал гимнастику, собирал, чтобы он был похож на меня, чтобы он в мой мир попал. Но ребенок хочет совсем по-другому, особенно если ему лет 16. Вот. И гармония возникает, когда я принимаю другие условия жизни, и он по чуть-чуть принимает другие условия жизни. И вот это вот принятие, трудность принятия другого, это называется сопротивление. И сопротивление пропорционально силе эго у человека. И не становится худше, становится острее, становится более насыщенно. Почему? Потому что мы с помощью нейрографики двигаемся в сторону гармонии, а гармония – это ведь сила Вселенной, гармония. Мы живем в прекрасном мире. Никто, кроме нас, в этом мире никакого ужаса не производит, кроме нас, ну, людей. Все остальное живет в гармонии. И когда мы двигаемся в гармонии, нам приходится столкнуться с собой. И вот это иногда ново для людей, что внутри у них не так хорошо, как они о себе привыкли думать. И для того, чтобы вообще как-то развиваться, требуется принять идею, что можно в себе найти очень такие неоднозначные вещи. Но приятно в том, что они все прорабатываются, ну, как минимум на уровне ощущений. И уровень вот этого вот напряжения становится все хуже, которое называется. Оно не такое высокое. Ну, оно не такое высокое. Нейрографика ведь не создает романтический мир. Нейрографика приводит нас в согласие вот с действительностью, с тем, как все на самом деле. И иногда, если мы далеко от действительности, то нам приходится пройти какую-то такую сложную дорожку, какой-то этап, принять эту жизнь. Поэтому я сам это проходил. Все люди, которые достигают успеха, проходят трудные времена. И вот эта трансформация своего эго, она никогда не бывает простой. Никогда. Я много лет изучаю истории успешных людей. Я изучаю истории великих людей. Я изучаю истории святых людей. Я вижу, что у каждого человека, который поднялся на вершину, есть период жизни, который называется вот этот поиск себя. Он тяжелый. Я предупреждаю всегда, будет сопротивление. Если сопротивления нет, значит ты как бы пытаешься пройти легкой дорожкой. Не получится. Ну не получится. Легких дорожек не бывают. Бывают дорожки, которые как линия, ведут туда, где не ожидаешь себя увидеть.
Никто не ожидает себя увидеть в болоте. Все хотят видеть себя на горе, под солнцем. Но Конечно. Судьба, Ладно. есть понятие судьба, надо уметь принять судьбу. Я думаю, что с маркером в руках легче принять судьбу, чем где-нибудь в тяжелой там ситуации, не знаю, разрушений. Это правда. Это 100% правда. С аутопсией я это говорю. Окей. Рисуя нейрографику, мы можем влиять на вещи, которые от нас не зависят, например, на политику. Все зависит от нас. Я вспоминаю эпиграф у Хемингуэя. Помните, если в мире где-то звонит колокол, он звонит по тебе. Все зависит от нас. Мы участвуем в политике. Мы даже можем не ходить голосовать, но у нас есть мнение. Мы сам смотрим телевизор, там заходим куда-нибудь в социальные сети. Мы как-то своей психикой голосуем. Вот рисуя нейрографику, в том числе политический момент, мы либо к нему присоединяемся, ибо становимся в конфликт на одну или на другую сторону, или у нас есть возможность прорисовать политический, военный момент и подняться над ним. В духовном плане подняться, оторваться от всего этого политического конфликта и подняться над ним. Это не значит, что я на стороне добра, а кто-то на стороне зла. Это вообще выйти из этого суждения. Потому что мы люди, мы гуманоиды. Вот. У нас есть нечто большее, чем политическая система. У нас есть духовная система. И как-то, если уж голосовать, то я голосую за духовную систему, которая над политикой. И политика закончится тогда, когда из нее выйдут избиратели, когда из нее выйдут люди. Да, это правда. Я когда-то услышала такой пример, что если хочешь быть святой, ты в середине туда стань святой. Потом уже окружающие все это посмотрят. Да. Скажите, какое ваше желание вы хотели бы, чтобы исполнилось? Ну, вот сейчас, в 2022 году, у меня самое большое желание, чтобы нам вернули жизнь без границ. Угу. Мы все попробовали жизнь без границ. И жизнь без границ, она про творчество, она про дружбу, она про свободу общения. Она, опять же, про то, что нету людей по разные стороны границы. И я бы сейчас рисовал вот это вот, и вообще мое желание, чтобы вернулась для людей жизнь без границ. Чтобы это сделать, мое самое большое желание, чтобы в ЮНЕСКО, в ООН, в разных там политических, больших и общественных системах люди начали рисовать нейрографику. Чтобы люди учились договариваться на языке гармонии. У меня есть такая фантазия, иногда мне ночью снится, что стоят разные политики и рисуют на одной стене одну большую карту мира. Вот это был бы красивый арт-перформанс. Вот я мечтаю о таком арт-перформансе. Я был бы фасилитатором с удовольствием. Окей, я буду рисовать, вы будете преподавать. Договорились. Хорошо, да. Как вы представляете себе человека, который регулярно рисует более 10 лет? Знаете, это как представить себе воздушный шар. Знаете, это такое очень... Светлое, сияющее существо. Значит, вот светлое, сияющее существо, к которому не прилипает грязь. Вот как-то вот так. Я сейчас вижу, это первый раз такой мне вопрос задают. Я как-то вижу, что это сияние происходит от человека. И его невозможно окунуть вот в эту вот коммунальную какую-то мерзость. Вот. Просто чистый человек. Честно. Вот я вот так как-то это ощущаю. Мне еще надо дотянуться, мне еще надо пару лет. Пару лет? Ну, я думаю, я вообще в восторге. Я смотрела все вебинары раньше и так далее. У меня 4 таких грубых натесы, которые я просто все... Я такой маленький ребенок, который учится слов. Я просто учусь от вас. Так что если вам надо пару лет, то мне еще чуть-чуть тоже. Вы ведь задали вопрос 10 лет. Я рисую нейрографику 8 лет. Ну вот еще пару лет.
Поняла. Окей, скажите, если бы я организовала встречу в Польше, сколько надо бы было человек, чтобы вы к нам приехали? Я к вам, чтобы с вами сделать интервью, старалась год. Потому Год. что, да, потому что я уже в октябре прошлого года писала к инструкторам, как запросить Павла Михайловича встречу. И мне все говорили, подожди, на вебинарах пиши вопросик. Но вы моих комментариев не видите. Серьезно? Я такая, окей, добро, наступный инструктор, наступный, наступный, наступный. Я дошла аж к Елене, и мне помогла Алла Возьмин, которая мне сказала, напиши напрямую. Конечно. Написать напрямую. И все сразу получилось. Поэтому да. Все зависит, просто напрямую надо выходить. Сколько надо людей в Польше? Да? Опять я из да. режима фантазии. Да? Да. Какой у вас есть хороший стадион? Хороший стадион. У нас есть стадион в Варшаве, стадион народовый. Ну, пускай Да. не самый большой. Вот я представляю себе хорошую такую на дня на три. Люди на большом стадионе, где можно остаться спать в спальном мешке или там какие-то тенты натянуть. Знаете, чтобы это было такое закрытое, потому что стадион, вот зашли люди, им там они внутри, они вне внешнего влияния. И на три дня такой хороший экшен, вот хороший арт-фестиваль. Я думаю, это было бы очень круто с медитацией, с нейрографикой, с каким-то там таким, с дэнсом по вечерам, там потанцевать от души. Вот, мне вот сколько людей вместит такой стадион? Давайте соберем, давайте фантазировать по-крупному. Хорошо, да. Будет сделано. Да. Мой предостатний вопросик. Бокальчик шампана под рисование – это окей? Никто не имеет права запретить выпивать легко художнику и моряку. Художнику, поэту и моряку. Поэтому я не имею права сказать «нет». Если так серьезно, я не вижу в этом проблемы. Почему? Иногда люди очень напряжены, и маленький бокальчик шампанского помогает им расслабиться. Если люди продолжают мыслить, все хорошо. Если люди держат маркер в руке, все хорошо. Я могу быть в любом состоянии, если моя рука может вести линию, которая идет не туда, где я ожидаю увидеть, то шампанское может даже помочь. Вот это правда. Почему шампанское? Потому что вот кружочки, пузыречки, они очень нейрографичны. Поэтому мы пьем шампанское. Девочки, мы договорились. Расскажите, пожалуйста, историю, как вообще повстала нейрографика в вашей голове? Это вопрос, который мне задают каждый день. Ну, как сказать, я ведь уже сказал, 30 лет подготовки к психологии. Я родился в мире искусства. Мой отец артист драматического театра. Моя мама как бы в театре работала замдиректором, менеджером, ведущим. Я вырос в искусстве. Я архитектор по образованию, у меня художественное образование. То есть у меня есть на стыке в голове, с одной стороны, большая культура пьес, литературы, жизни людей. С другой стороны, архитектура и художественный мир. С третьей стороны, очень большое увлечение психологией. Я искренне люблю психологию, философию в том числе. И однажды я летел, это было 24 апреля 2014 года, я летел из Москвы в Иерусалим, и где-то над Черным морем в облаках, я такой дремал, и тут меня прямо ударило слово, прямо вот изнутри, там, нейрографика. Я такой проснулся сразу, смотрю, все в самолете спят, я бросаю глаза в окно, в иллюминатор, там тоже никого, только облака. Я думаю, откуда слово пришло? Но у меня прям сердце забилось, потому что я много лет в бизнесе консультирую. Я понимаю, что такое уникальное слово. Вот, и первое, ну и само слово, пока я еще летел, часа два, я начал, как бы, оно стало распаковываться. Знаете, как вот так, я думаю, что такое, вот нейро, вот графика. Графика значит рисовать,
А нейро – это значит нейролингвистическое программирование, это нейрофизиология, нейроэкономика уже был термин такой по чуть-чуть. То есть это система впечатлений. Я как человек там по-своему образованный это понимаю. И первое, что я сделал, когда самолет приземлился, я достал планшет и побежал в интернет проверять, есть такое слово или нет. И оказалось, что его нет. Нету этого слова. Ну и для меня дальше все стало понятно. Надо все свои знания про нейро связать с графикой. Вот заметь, именно с графикой, с художественной частью. И весь синтез – это то, что я науку нейро, которую сильно мы уже расширили, потому что до нас нейронаука была сильно проще с точки зрения прикладной. Потому что сейчас самые-самые-самые передовая наука, быстрее всего развиваются нейронауки. Но вот эта часть ее графическая, она принадлежит полностью нам. И прикладная, соответственно. Вот. И я просто стал рисовать все, что я знаю. Просто стал рисовать все, что я знаю. И отсюда родились алгоритмы, самые важные для жизни, по-моему. Их бесконечное множество, поэтому наши инструкторы, да-да-да, продолжают их создавать. Есть базовый алгоритм, который один для всех. Он конституция метода, он уникальный. Психологи, с которыми я разговаривал, мне говорят, это само по себе базовый алгоритм уникальный, потому что он сочетает в себе проблематику коучинговую, личностную психологию, психологию социальную и психологию трансперсональную, духовную психологию. И способен собрать разные вот эти пласты человеческого бытия в одном алгоритме просто. Вот. А все остальное – это бесконечное множество возможностей, которые проходят через мир нейро, через мир человеческого интегрированного существа. Вот. Я уже забыл, о чем был вопрос. Как быстро, как родилась нейрографика, да? Вот она родилась в один момент на самом деле. Что еще важно сказать, что родилось слово, а на следующий день, когда я прилетел в Израиль, там был такой праздник, День независимости. Йом Ацмаут называется. И на День независимости в Израиле, как в любой стране, наверное, бьют салюты. И я еще не знал, что такое нейрографика. Я просто такой ходил и был под впечатлением от слова. Но потом, когда начали бить салюты на следующий день, я посмотрел в небо, и у меня произошли инсайты. И я понял, вот это было открытие для меня, что наш наружный мир, внешний, об этом буддисты говорят, об этом разные там ученые говорят, квантовые физики об этом говорят, что наш мир – это производная внутреннего мира. Но вопрос в другом. А что же этот салют во внутреннем мире? И вот этот фейерверки независимости, фейерверки свободы – это ведь на самом деле проекция нашего состояния инсайт, состояния просветления, состояния эврики. И вот когда я начал рисовать фейерверки, я вдруг, таким способом уже вот уникальным, не как их всегда рисуют, а как они на самом деле существуют. У меня пошел, я наладил себе процесс открытий. И с тех пор мне придумать, что я всегда был творческий человек, но когда ты можешь создавать себе вот это состояние инсайта, у тебя вообще проблемы пропадают. Потому что инсайт – это решенная задача. Это процесс, вот когда решается задача. И я с удовольствием наблюдаю, что именно вот эта свобода, эта независимость, этот фейерверк свободы, он работает у моей дочки, там уже 8 лет, она с этим растет, у нее нет вопросов, у нее на любой вопрос она сама находит ответ. Я это вижу уже у тысяч, уже на самом деле у 1,5 миллиона людей, 1,5 миллиона людей рисуют нейрографику. Вот этот процесс налаживается, что вопросы решаются сами. Вот это правда. Чудо, чудо. Чудо. Чудо, чудо, да. Реально чудо. Все инсайты, которые приходят при рисовании нейрографики, это как лотерея на миллион. Потому что все инсайты, которые мне приходят, я их реализую. Не просто оставляю, потому что где-то в голове. Только мне пришло, слушай, напиши этому, он сделает тебе рекламу. Я пишу, здравствуйте, может быть, вы хотели, я инструктор нейрографики и так далее. Он пишет, да, хорошо, давай. Я так само написала к вам напрямую. Так что явно надо идти за инсайтом. На самом деле ведь все просто. Вот это трудно признать. Что в жизни все просто.
А если все сложно, то это только в тебе сложности. Поэтому вся наша задача – собственные сложности прорисовать, становиться проще. Иногда эта идея тяжелая, потому что люди привыкают, что хорошая жизнь возникает тогда, когда ты сложный. Когда у тебя 3 диплома, там, 3 университета, 8 языков, когда у тебя связи, когда у тебя серьезно. Но на самом деле хорошая жизнь тогда, когда у тебя все просто. Я не имею в виду, что когда у тебя ничего нет. Я имею в виду, когда и благосостояние, и отношения, и друзья, и прочее, когда это все возникает просто, без каких-то интриг, без каких-то сложных комбинаций. Мне кажется, когда люди смотрят друг другу в глаза, все становится просто. Да. Когда люди не хотят обманывать друг друга, все становится просто. Люди договариваются очень легко, когда все по-честному. И вот эта вот честность с самим собой и честность с окружающим миром, вот она настраивается с помощью нейрографики. Иногда это кажется сложным, потому что вокруг коварные люди. Но нет вокруг коварных людей, потому что все коварные люди очень слабы, а сильные люди просты. Вот, поэтому мы двигаемся шаг за с каждым рисунком. Мы становимся сильнее и проще, сильнее и проще, сильнее и проще. И жизнь становится лучше и лучше. Вот и все на самом деле. Будем делать простую хорошую жизнь. Простую хорошую жизнь, да. Вот это да. Моя остатняя просьба. Пошлите энергию счастливых нейронов всем пользователям Польши нейрографики. Польша! Нейрографика в Польше! Салюты всем людям, которые решают сложности жизни с помощью маркера. Пора уже отложить все оружие, взять в руки маркер вот, и любить друг друга, глядя друг другу в глаза. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Любовь из сердца, правда. Спасибо.